Утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Привет! Здравствуй, Веснушка. Ну ты чего вздыхаешь? А ты никому не скажешь? Никому? Что случилось? Вот, смотри. Ой, платье красивое. Да ты сюда, сюда посмотри. Ого, как это тебя угораздило? Сама не знаю, ляпнула. Когда? Да только что. Это ж мое любимое платье. Я в нем в театр сегодня хотела идти. Вот и примеряла перед зеркалом. И повидло ела. Вот и капнула случайно. А зачем же ты и ела, и примеряла? Ну, осторожнее надо быть. Да вот и тетушка Матильда так говорит. Ох, рассердится же она. А ты его спрячь. Как это? Да очень просто. Вот, хотя бы в этот ящик. Да поглубже. Да оно же помнется. Да теперь тоже какая разница. Все равно грязное, но будет еще и мятое. Так, давай его скорее сюда. Ты думаешь? Нет, ну, если хочешь, конечно, ты можешь во всем признаться тетушке Матильде. Нет, не хочу. Тогда только спрятать. Вот и прекрасно. Здорово. Енот-енот все-таки купил билеты на представление. Здорово. Да, хорошо. Веснушка, какая ты красивая. И ты, Шоня, тоже оденься понаряднее. А понаряднее это как? Ну, в самое лучшее. Шуня, у тебя же есть замечательное праздничное платьице с беленьким воротничком. Просто мечта. Вот, его и надень. Его, да? А, непременно его. А я пойду найду себе мечту. Подберу что-нибудь не слишком запыленное. Ну вот, как специально. Да, так обычно и бывает. Вот не нужно платье лежит себе. А как лепнешь на него, так сразу и понадобится. Ну что же делать-то, а? Ну не знаю что. Может быть сказать, что платье куда-то пропало? А, точно! Нет, погоди, а куда оно могло пропасть-то? Например, его похитили. Кто? Не знаю кто, ну я к примеру говорю. Девочки, ну-ка, посмотрите, идет мне эта шляпка? Да, идет. Да? А вот я что-то сомневаюсь. Шуня, а? Шуня, ты нашла свое платьице? Ищу. Тетушка Матильда, а может быть его похитили? То? У нас ничего не пропадает. А похитителей в Шишкином лесу отродясь не было. Ищи лучше. Ну вот. Ну скажи, что оно тебе не нравится. Ну что ты из него выросла. Точно. Тетушка Матильда! Тетушка Матильда! Да-да. Тетушка Матильда, а платье-то мне вовсе не нравится. И я из него выросла. И то, и другое сразу? Это очень странно. Раньше оно тебе очень нравилось. Ну-ка, покажись. А я не могу его найти. Как? Ты его даже не померила? А почему же ты считаешь, что ты из него выросла? Мне так кажется. Кажется, это не аргумент. Кстати, как я выгляжу? Очень хорошо. Да? По-моему, надо попробовать еще кое-что.
Мне кажется, она обо всем догадывается. Да нет, тетушка Матильда пока своим нарядом занята. Вот и оно что, пока. Ой-ой-ой, совсем-совсем помялась. А как ты хотела? В комоде-то тесно. Все, надо признаваться. Да что? Сколько можно хитрить? Я больше не могу. Ой, ну ты смелая. А кто-то здесь смелый? Я? Да нет, тетушка Матильда. А что ж я, по-твоему, робкая? Да я не о вас. Фу ты, я совсем запуталась. Ну, распутывайся. Нам же скоро идти в театр. Тетушка Матильда, вот. А что это за тряпочка? Это оно, мое самое красивое, любимое платье. Кто же на нем валялся? И потом вот это пятно. Вы только сильно Шуню не ругайте, пожалуйста. Она очень смелая. Я бы, наверное, вообще не призналась. Ну, я и не собираюсь ругаться. Тем более этим делу не поможешь. Я платье примеряла и повидло ела. Я такая неосторожная. Но, Шунечка, самое главное, что ты призналась в этом вовремя. Вовремя? Ну да, понимаешь, свежие пятна легко отстирать. Да, но ведь оно же еще и помято. Для этого у нас есть утюжок. Но сегодня, Шунечка, в театр ты, конечно, пойдешь совсем в другом наряде. Это я мигом подберу что-нибудь. Подбирай, Шуня. А на будущее запомните. И ты, Веснушка, и ты, Шуня. Обман рано или поздно обязательно раскроется. Поэтому говорить правду гораздо полезнее. Конечно, тетушка Матильда. А сейчас быстро попрощаемся с ребятами и скорее собираться. До свидания, мальчики и девочки. Пока, ребята! До свидания, друзья! Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.